Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас мы с вами поговорим о пост-шоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж». А вы мне напишите в комментариях, какая участница вам нравится больше всего, какая больше подходит Мише и за кого вы болеете. А сейчас я вам на примере этого проекта расскажу, как же все-таки нужно вести себя, чтобы понравиться родителям жениха. Сразу начну с главного. Умные родители рады познакомиться с невестой или женихом. Будем рассматривать на примере невеста знакомится с родителями жениха. Родители рады увидеть того человека, кого любит их сын. Умные родители понимают, что их сыну дорога его невеста. И поэтому они настроены положительно. И когда вы идете в гости, не бойтесь, знайте это, что люди не могут не любить человека, которому нравится их творение. А их сын – это их творение. Поэтому сразу настройтесь на положительные, доброжелательные отношения. И самое главное – это здоровье. Прежде всего, здоровье. Родители хотят внуков, хотят здоровых внуков. Расскажите о себе то, что вы занимаетесь своим здоровьем, что вы здоровы, что вы можете родить здорового ребенка. Для родителей это один из самых важных пунктов.